Зрительный зал кинотеатра «Энергетик» пуст. Нет зрителей и кинофильмы не показывают. В 2017 году, когда «Энергетик» вновь заработал как кинотеатр, его внутренние помещения были отремонтированы, приобретено и установлено современное цифровое оборудование для кинопоказов. Единственное, что не сумели тогда сделать – поменять кресло для зрителей. Теперь такая возможность появилась. В зале идет демонтаж старых кресел. Вскоре начнется установка новых, более комфортных и современных. Средства на их приобретение пошли из двух источников – фонда поддержки отечественной кинематографии и собственных средств около половины Заволжского дворца культуры. И еще мы изыскали дополнительные средства на замену напольного покрытия, которое за 20 лет истерлось, истрепалось, и поэтому мы решили его поменять. Тем более, что нам необходимо заменить его на более высокий класс пожарной безопасности – напольное покрытие типа КМ-2. В конце июля мы откроем кинотеатр. Более точную дату открытия кинотеатра мы сообщим позднее. Разместим в социальных сетях, известим горожан и гостей нашего города. И всех будем ждать в обновленном зале нашего кинотеатра.